Россияне лидеры на данный момент. Да. А сейчас на ваших экранах будет выступать пара из Украины. Александра Назарова, Максим Никитин. Я ребят очень люблю. Я желаю им очень хорошего, чистого, качественного исполнения. Болею за них. Поговорим тогда после проката. Тренируются теперь с Фабианом Бурза. И он же ставил с ними танцы нынешнего сезона. Но еще также Галина Чурилова с ними работает. Ребята, большие оригиналы. Я всегда их очень уважала за это. Постоянно что-то придумывают, какие-то фишечки, какие-то поддержечки. Но это межсезонье у них выдалось очень-очень нелегким. Им пришлось из Америки переехать снова на Украину. Да, нужно сказать, что они с Игорем Штульманом тренировались последние годы. Тем не менее, очень повезло, что Фабиан Бурза, как вы сказали, их тренирует. И он согласился им помогать даже на Украине, в плане того, что переехать, да, помогать ребятам почти на постоянной основе. Фабиан в Москве тренировался. Одно дело, когда ты тренируешься, тренируешь. Еще не факт, что он выбрал себе эту профессию постоянную, да, но вот видите, с ребятами их поддерживают, это очень здорово. Я читала его большое интервью про ребят, и мне очень понравилось, как он о них отзывается, что я в них вижу себя с Натали, что вот они тоже всегда пытались быть такими оригинальными, и были ими, да, вот оригинальные программы поддержки, костюмы, и он очень хочет им помочь все-таки воплотить, чтобы это было шикарно и красиво. Ребята были бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира, было это уже достаточно давно, 4 сезона назад. Потом у них очень был хороший сезон, вот как раз это было позапрошлое, они 9-ми стали на чемпионате Европы. И как-то вообще пара засверкала, заиграла, но
как-то вот, знаете, такое ощущение, как будто что-то вот в этом механизме взаимодействия с тренером, я не знаю, я предполагаю. Ну, знаете, сколько у него крошки летит на первых поворотах? Да, вернувшись к ребятам, хотел еще сказать, вот, знаете, чуть-чуть в прошлый сезон не получился. А когда они тренировались с Сашей Жулиным, мы присутствовали, вот мы болели, прям видно было, как ребята пашут, прокаты катают, только она очень сильно похудела, ну, худела вообще, потому что я даже порой боялась, я разговаривала. Я уж не стал это говорить. Я боялась, что она просто, у нее ноги сломаются. Ну, вот просто я сейчас вот на нее смотрю по отношению к тому, что мы раньше видели, и, конечно... Нет, на это могут играть и многие факторы, я не скажу, что мне не нравится ее фигура, мне очень нравится ее фигура, да, не к этому. К тому, что вообще я понял, как они работают, что это способствовало такому вот, что организм прям еле-еле держался и на пике постоянно был. Сейчас со всеми этими, к сожалению, переездами в Америку, смена тренеров, смена обстановки, ребята все не могут найти вот этот стержень, по которому им идти дальше и работать. Опять переезд, опять смена тренера. Снова, это же нужно ко всему привыкать, и не один сезон. И вот я уже надеюсь, что они как-то вот найдут свой стержень в работе, им будет помогать Фабиан. Направление да? Выбрано, да, окончательно. Нет, видите, направление у них оригинальность. Даже взять черные ботинки Саши, мужские ботинки, но это какая-то ее фишка, понимаете, вот за все очень это. Хорошо было придумана вот эта поддержка стационарная в самом конце, но при входе в нее был маленький сбой у партнера, поэтому не было достаточно динамики в этой поддержке. И обратите внимание, что они проигрывают не только Скопцову и Алешину, они еще и британцам проигрывают.